До Дня міста в Дніпрі вперше відбудуться змагання із вотерджампу – стрибків у воду на різноманітних засобах пересування. Змагання почнуться о 15-й годині на кар'єрі житлового масиву «Червоний камінь». Стрибатимуть велосипедисти, ролери, скейтери та власники самокатів. Призовий фонд – 10 тисяч гривень. Організатори жадають здивувати журі акробатичними трюками та костюмами. Сначала человек находится на так называемой разгонке, то есть это, ну, грубо говоря, горка, с которой он съезжает для того, чтобы набирать скорость. После небольшого промежутка ровной дороги будет трамплин, с помощью которого человек вылетит в воздух, и после будет приземление в воду, то есть на велосипед или на другой спортивный инвентарь будут вешаться специальные там велосипедные камеры надутые или баклажки с водой вешаются для того, чтобы не тонул потом инвентарь. Ну и все, после этого человек вместе со своим транспортом выплывает и идет на второй круг, если он этого хочет. Так что это способ получить позитив и отработать какие-то трюки. Могут участвовать все желающие. Ну, мы рекомендуем тем, кто имеет достаточный опыт тренировок, занятий на роликах, BMX, МТБ, скутере или маунтинг. На соревнованиях судейская коллегия – это опытные спортсмены по данным видам спорта, по роллер-спорту, по BMX, по МТБ, которые знают трюки, знают ценность трюков, которые объективно оценят участников соревнований.